Натомість об'єднавчий чемпіонський бій Василя Ломаченка проти Гільєрмо Рігондо, схоже, так і не відбудеться. Про це ексклюзивно нашій програмі розповів сам чемпіон світу. Я не знаю, просто вони дали отрицательний відповідь. Сошлись во всем уже. Все условия были выполнены, просто не захотели. Соперника неизвестно. Единственное, что известно, это 7 ноября ориентировочно. А кто будет, пока неизвестно. И сейчас идет война между двумя промоутерскими компаниями. Это Топ Ранг и менеджером Эллом Хейманом. Он всех загребает под себя и никому не дает драться. Сейчас в моем весе все чемпионы, они все находятся у него. Это Гэри Рассел и какой-то аргентинец там тоже по версии ВБА. Крадович отказался, тоже были разговоры об этом, предлагали ему, он пока в раздумьях. А Селби? Ну, Селби тоже, он сейчас у Элла Хеймана. Ну, просто они просто не смогут договориться.